Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 9, урок 13. Прочитай задачи. Чем они похожи и чем различаются? Являются ли они взаимно обратными? Сделай краткую запись этих задач и реши их. А. В трех одинаковых ящиках разложили 15 килограммов винограда. Сколько винограда уместится в 40 ящиках? Б. В трех одинаковых ящиках разложили 15 килограммов винограда. Сколько потребуется таких ящиков, чтобы разложить 40 килограммов винограда? Эти задачи не являются взаимообратными. В этих задачах похожие условия и цифровые значения. Решаем задачу А. 15. Разделить на 3. Это для того, чтобы узнать, сколько винограда вмещается в один ящик. 5 килограммов. Умножаем на 40 ящиков. Получается 200 килограммов винограда уместится в 40 ящиках. Решаем задачу Б. 15. Разделим на 3. Узнаем, что в один ящик влезает 5 килограммов винограда. 40. Разделить на 5. Получится 8 ящиков для того, чтобы разложить 40 килограммов винограда. Как видите, даже в решении задач мы не видим взаимообратности. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.